Среди огромного разнообразия цветов каждый может найти то, что ему ближе. Одни растения пользуются неизменной популярностью, другие, напротив, украшают дома коллекционеров и ценителей экзотики. Уже который год фаворитами публики являются розы, гвоздики, лилии, герберы, тюльпаны, ирисы. Причем сегодня стало модным дарить их без упаковки. Но в последнее время и другие более экзотические виды цветов стали распространенными у нас в стране. Среди них красавица альстромерия. Она имеет огромное количество цветов, широкий спектр просто, и достаточно долго стоит. Не отстает от альстромерии пышная и нежная эустома. Она сама по себе достаточно интересная, окраски тоже разные. Есть махровые, немахровые формы. Просто в народе называют колокольчиком, но есть два названия. Эустома или лизиантус. А вот этот экземпляр редкий, но он ценится флористами и дизайнерами. Высокий и мощный амарилис. Используется он в основном в мужских букетах. Может быть поярче. Там постарше возрастная категория, соответственно, в белых каких-то бело-зеленых оттенках людям, которые помоложе, либо же работают, имеют профессию творческую. Несколько десятилетий назад орхидея была диковинкой в белорусских домах, но постепенно заморская гостья стала любимицей цветоводов. Ее стали выращивать практически все любители растений. Но некоторые виды орхидей до сих пор можно встретить крайне редко. Одни из орхидей, которые немножко реже встречаются у нас в квартирах, это цимбидиумы, ванды. Это более растения, которые немножко проблемнее выращивать у нас в квартирах, поэтому они реже встречаются. То есть эти растения обычно в таких квартирах, где можно увидеть какие-то мини-маленькие сады зимние, поэтому там им определенные нужны условия. Ярко-розовая мединила прекрасная, редкий экземпляр в нашей стране. В естественных условиях она растет в тропиках. В Беларуси можно встретить в оранжерее ботанического сада и в частных коллекциях. В природе шикарное растение, вырастает от 1,5 метра до 2 метров высотой. У него цветки точно так же красивые соцветия, которые опускаются с ветки, прям могут иногда достигать и 25 сантиметров. То есть огромные ветви и с красивыми розовыми цветами. Бутоны стрелицы нередко называют цветами жар-птицы. Присмотритесь внимательнее, их форма действительно напоминает голову причудливой птицы. Ярко-оранжевое растение довольно распространено в Беларуси, но такой вид встретишь крайне редко. Это стрелица Николая. Ее бутоны черного цвета, да и само растение гораздо крупнее своих собратьев. Оно может достигать 10 метров в высоту. Это поистине уникальный экземпляр, увидеть который – большая удача. Применяется на местном населении для изготовления веревок, которые плетут из высушенных стеблей, из волокон высушенных стеблей этого растения, а также вкусны недозрелые семена стрелицы, и их употребляют в пищу. Также она служит питанием для птиц, которые привлекаются обилием нектара. Мартышки очень любят поедать сочные части соцветия. Распространенные и редкие цветы по-своему прекрасны и удивительны. Главное – почаще любоваться их красотой. И тогда положительные эмоции вам гарантированы. Диана Галих, Александр Бутрим, Тамер Малак. Утро-студия. Хорошего настроения.